Ну сколько можно на это уже смотреть? Подорви ты уже этот завод к чертовой бабушке. Посмотри, сколько маков тут уже понасадили в честь них. А посмотри, сколько в сундуке железа. Ты подойди, только взглянь. Че ты там стоишь? Кать, сама загляни сюда. Тут столько железа, то что и мне до конца жизни хватит, и тебе до конца жизни хватит, и твоим детям до конца жизни хватит, и детям твоих детей до конца жизни хватит, и каждому нашему подписчику по кусочку вот этого железа тоже хватит. Кать, там железо просто, железное царство можно построить, чё ты жалуешься? Ну умирают големы, умирают, они же роботы, бездушные, просто... Нет, перестань так говорить, големы живые существа, у них есть душа, големы это люди, люди это големы, мы все одни, нельзя так поступать, нельзя. Пожалуйста, ну я тебя прошу, ну давай мы его снесем, ну пожалуй, не могу на это смотреть. Ты столько раз меня отговаривал от этого, мы уходили от темы. Ну так не смотри, просто развернись и не смотри, нам тут будут как бы каждый день поставлять там по 10 стаков железа, ты просто не смотри на это, тебя же никто не заставляет смотреть на то, как умирают големы, вот и все. Ну, то есть не будешь, да, сносить? Наверное, нет, не буду, потому что много железа. Что ж, ладно, хорошо, в принципе, ладно, пойдем отойдем с тобой поговорим, в принципе. Знаешь что, у меня подарок для тебя есть. О, ну, давай, рассказывай, какой. Только это будет сюрприз, и тебе нужно отойти от компьютера. Опять, чтобы ты не слышал, мы тут с подписчиками соберемся, все обсудим, а потом позовем тебя. Это как пару серий назад, когда Катя мне подарила огромную статую вот этого перца, пеструна в соседней деревне. То есть мне сейчас опять встать из-за компа, отойти, а ты мне здесь будешь вот это подарочек, да, подготавливать? Да, можешь пойти чаек попить, потому что в этот раз будет чутка подольше. Все, хорошо, тогда я здесь вот так стою, прям по центру, все, опа, вот так все, я ухожу, давай, только недолго, пожалуйста. Давай. Ага, все, пока. В первую очередь начнем с того, что у Эдисона скоро день рождения. И если ты еще не подписан, то ты должен нам помочь, чтобы мы ко днюхе собрали 6 миллионов подписчиков. И тогда мы выпустим ролик «Один день глазами меня». Прикиньте, что будет. Так, ладно, это все отбросим сейчас в сторону. И во-вторых, если он уже не хочет в который раз по моей просьбе сносить этот завод, я это сделаю сейчас сама, а вы просто посмотрите. И? Прикольно я придумала. Вот так вот. Поэтому смотрите, я пошла. Ой-о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 й
спасем, а вот уже потом заминируем. Все, я пошла. Пока. Ай-яй-яй-яй, что-то все не по плану пошло. Ёперный театр. Дебилы, блин, Игори. Кто вас сюда звал? Так, последний житель остался. Блин. Короче, операция немножко вышла из-под контроля. Это было намного тяжелее, чем я думала. Я спасала сейчас жителей. Их было четверо. Осталось трое. К сожалению, одного подорвал мистер Крипер, будь он неладен. Так, ну в общем, ладно. Оставить панику. Осталось последнее. Мы сейчас все заминируем, а потом кое-что будет. Да что ж вам тут надо-то, ёпарасоте? Уйдите! Мешаете только. Чего надо? Чё припёрся? Мешаешь. Так, а ты как сюда уполз? Ну это ладно, чтобы он ничего не заподозрил и не увидел, мы сейчас сделаем еще одну небольшую операцию. Вот так, оп, оп. Отлично. Ну все, сюрприз, мне кажется, удастся. Идичка!
Идючик! Иди сюда! Ты меня слышишь? А чё я умер-то? Да, я чё-то нечаянно тебе воду толкнул, а ты там захлебнулся. А, ну ладно. Так, чё за подарок? Давай! А чё у тебя в ноге две стрелы сейчас делают? Да прикинь, скелет меня встретил. Не. Так, ну давай, что-то я давай, отошел. Давай, давай, давай. Минут 15 меня не было, чтобы вы понимали. Я там на кухне уже все кофея, все чаи перепил, пока ты здесь подарок свой готовила. Ну? Ну все, пойдем. Ну давай. Мне аж интересно, что ты там делала. Да, я капец чуть вообще не измучилась вся. Кошмар, как тяжело играть одной без тебя, ну ладно. Лаву, да, ты мне сделала? Да, такая, знаешь, специальная капсула, в нее нужно попасть, и будет прям вау-эффект. В смысле, то из лука попасть в лаву? Да, смотри, нужно встать вот на это место, я его специально себе подготовила. Ага. Нацелиться сейчас, подожди, нацелиться вот примерно вот сюда. Да, наверное, если быть точным. Чё ты делаешь? Ну, вроде бы должно было получиться. Это твой подарок? Да, сейчас я гляну там. Подожди, получилось или не получилось? Ты чё шаманишь, мать? Погоди, у меня же, знаешь, всё может выйти из-под контроля. Не, сейчас, подожди, ещё разочек, у меня что-то не получилось. А у тебя когда-то в этой жизни что-то получалось? Да, это, короче, специальная магическая капсула из лавы. Нужно встать вот на это место. Вот так. Ага. Нацелиться. Подожди. Луком вот так нацелиться. Раз, ага. Два, три. Примерно вот в эту точку надо попасть, пожалуйста. И математические расчеты у нее там какие-то. Математические расчеты. Ну-ка, 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 ну-ка. Кать, я ничего не понимаю, что ты делаешь. Я тоже, подожди. Да, получилось! Я слышал, или там TNT взорвался? Да, взорвался. Можешь посмотреть. Это твой подарок, да? Да, это мой подарок. Ты идешь сюда? А, вон ты где. А ты в курсе, что после такого подарка можно кожаным ремнем по сраке получить? Вот надо было соглашаться добровольно избавиться. То есть? Я отходил на 15 минут! Да, подожди! А ты из сундуков-то все железо забрала, которое там было? Нет. Надо было? Ядреный хрыщ! Ты в сундуке было стаков 15 железа, оно все взорвалось! К чёрту! Кать! Думаешь, взорвалось? Так вот, наверное, сундук остался, нет? Нет, не остался, слушай. Ты вообще башкой своей в этой жизни не думаешь? Я не могу понять, ты Кать, все запасы железа только что просто коту под хвост пошли. Ничего страшного, зато все будущие големы живы, и три жителя из четырех выжило. А где четвертый? Его мистер Крипер подорвал ночью, когда я проводила спасательную операцию. Ничего. Вот надо жалеть големов. Големы такие же, как и мы. Давай вот этот вот големинизм, гамифизм. 15 стаков железа. 15! С этих 15 стаков железа можно было еще одну такую эйфелеву башню построить, только железную. Ты все взорвала! Ничего. Все, минус вот это големичий минус завод. Големичьи смерти. Я спокоен, у меня в душе нет никаких страданий прямо сейчас, разве что желание кого-то грохнуть, Катя, жопу вот эту, но все. Подарок. Пойдем еще жителей вытащим, а и на родину отправим, что ли. Не буду я никого вытаскивать в этой серии, никаких больше жителей. Ладно, все. Я забуду про то, что ты мне сейчас сделал, но ничего. У нас там возле железного завода, если ты не видела, там спавнер зомби есть. Практически там в 10 метрах от завода. Я на этом месте сделаю зомбячую ферму. Слушай, я-то думала, чё всю ночь на меня зомби лезут. Мы поняли, потому что там и вот это спавнер зомби, да, надо потом будет ферму сделать. Спасибо, Кать. Минус все наше железо на будущее, ты только что взорвала за одну секунду.
Ой, ну и ладно, ну и какое наказание ты сейчас мне придумаешь? Что мы дальше-то делать будем? Мы пойдем в ад! Твой любимый ад! На всю серию! Ну спасибо, ну спасибо, блин, не мог что-нибудь получше придумать, а? Ну не настолько ж сильное наказание, не пойду я с тобой в ад! А мы как бы с Катей читаем комменты... Твои комменты, ну комменты всех подписчиков под... Мы читаем комменты всех подписчиков под каждой серией или нет? Ты где? Читаем, я читаем, не могу закрыть, что за тупая система? В ад! Быстро, за 3 секунды, задницу свою запиндюлила. Я сейчас тебе скажу, что мы там будем делать. Только золото... А ты мне... Золото захвати! У меня нету золота, и даже броньки золотой нету. Опять она потерялась где-то. В сундуке захвати и давай, залетай. Захвати ты, пожалуйста. Так, это вот сюда. Напяливай золотой шлем, чтобы тебя не били. Я тебе сейчас объясню, что же я вычитал в комментах и что же подписчики писали. А подписчики писали то, что Эдисон и Катя, затащите Пигрина в обычный мир, так же, как мы тогда делали вот с Гастами через портал. И в обычном мире Пиглин превратится в кого-то другого. Но нам не сказали... Вот именно, мне не сказали, в кого они превратятся, сказали то, что в обычном мире Пиглины превращаются в других существ. Вот и мне стало интересно, в кого же они превратятся. Поэтому... Ого, слушай, а может они превратятся в наших личных помощников? Я не знаю как, наверное, так, как... Как конфетками, так вот чпок, чпок, ага, чпок, ну давай тогда... Чпок, 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 забирай. Опа, сразу, слушай, сразу, вот сюда, сразу. Сюда, следующий. Так, реально, как в мультиках, когда кого-то заманивают в ловушку, так и мы будем заманивать. Давай, следующий вот здесь, иди подбирай, что они там выбрасывают. И вот сюда. Давай. А подожди, а как я? Кать! Надо прямо вот сюда как-то положить. Вот. Опа! Залез! Так, ты тоже, в принципе, можешь. Давай, портал, Кать, давай, быстро. Эй, со мной, пошел. Так, вот он, иди сюда, Кать. Подожди. Давай, быстро. Что, где? Ой, набраться зашел. Смотри на него. Так. И чё с ним стало? То есть, когда Пиглин попадает в наш мир, он как будто не приспособлен к нашей окружающей среде, к нашему воздуху, и он не может здесь выживать, и через сколько-то там секунд, вроде писали через 7, он превращается в свина-зомби. Только смотри, в чем прикол, я даже не заметил за все это время, то, что у свина-зомби новая текстурка. Я думал, у них да, старая. У него тут прям скелет видно. У него половина лица скелет, половина лица вот это свиньи. Так, зомби, здравствуйте, а вы будете драться? Иди сюда! А там еще второй, который залез, на нем надета вот эта золотая бронька, смотри. О, да, он вообще модный у нас. Да какие! Вали! Надо защитить свинозомби вот этих! А чё их так много-то? Вот я не знаю, какой-то зомби-апокалипсис каждой серии происходит. Наверное, здесь еще один спавнер вот этих зомби. Так, и всё. И скелетов. Так, давай отсюда валим, черт твоей бабушки. Слушай! О, кстати, Маринка! Здорово, подруга моего детства! Короче, жопа какая-то здесь происходит, давайте каем отсюда. Слушай, а может одного свинозомби к нам домой затащим? Будет нашим вот личным... Вот я тоже думала, что, может быть, мы позовем его с нами жить. Кать, Маринка, поздоровайся, Кать! Здравствуйте, что? Медлительность. Спасибо, Марина, вот и поздоровались. Спасибо, Марин. А-а-а, меня сейчас закукарачат и дрыть колотеть. Кать, давай домой. Давай. Главное, чтобы никто мне в задницу стрелу не пустил. Ну ты уже весь в стрелах. Вот до свидания. И в задницу стрелу и пустили. Прекрасно. Приятно было познакомиться. Ну слушай, это, конечно, все очень прикольно. Мы там вот этого свина-зомби вытащили и все такое. Но у нас там жители сидят в яме, надо их спасти, что ли. Кстати, жители, да, их же просто так мы не можем оставить. Ну, к сожалению, там только 3 жителя, хоть было 4. Ну да ладно. Это все, мистер Крипер? Ну ты могла спасти жителя от. Я пыталась! Я прыгнула к нему в яму, защищала, но он. Плохо. И житель сразу отлетел. Плохо пыталась. Ядрить, колотить, Кать, мне же это все нужно будет засраивать. Ты же всю территорию испортила. Ничего. Зато големы живы.
будет. Ладно, я признаю, вот перед всеми извиняюсь, я признаю то, что големы тоже люди. Ну, почти, они железные, но тоже как люди. Вот, наверное, не нужно было такие пытки устраивать. Над скелетами, над зомбарями можно издеваться, а над големами нельзя. Големы тоже големы, как люди. Только големы. Вот именно. А что теперь с этими делать, чуваками? Ну им там вместе хорошо, вижу, они этими носиками чешутся. Ну, ладно. Так, я их тогда сейчас вытащу отсюда. Я просрою здесь все вот так вверх. Пускай они вылазят из этой ловушки. А потом, ну, мы их отведем в нашу деревню. Мне, кстати, не хватает жителей без профессий, поэтому... Плюс 3 жителя. Очень даже хорошо. Давай, давай, за мной, за мной, за мной. Вот сюда, вот, давай, давай, давай. Спасательная операция, давай. 9-й батальон, 4-е подразделение. Генерал-майор вот этот, спецназовец Эдуард. Выходите, спасательная операция, эвакуация из города, давай. Ага. Чуваки, чуваки, за мной, пойдем. Вот что тут стоите, чешетесь реально носами, носами. Пойдемте, пойдемте, давай, пойдемте. Давай, 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 Кать, тащи их. Да они там застряли в этой воде, надо воду как-то перекрыть, вот это выключить. Притащи мне ведра. Или губку. Какую губку, какие ведра, да мы сейчас вот так простенько сделаем и все, и больше ничего не течет, Кать. Все нормально, сейчас еще вот здесь перекроем. О, пошли, 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 нашли почти, давайте. Давай, давай, вытаскивай одного и про другого тоже не забудь. Спасательная операция, 4-й батальон, генерал-майор, выходите, выходите, выходите. Ваш дружок уже на свободе. Так, выводим, выводим наши войска. Чувак, в другую сторону. Ты не туда пошел, Дуримон, да здесь спасательная операция, на нас, давай. Давай, 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 сюда, сюда. Вот. Идет, 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 идет. Опа, давай, давай, генерал Катосик, выходите. И последний, выходите, ваши друзья уже на свободе. Молодцы. А сейчас надо это все закрыть, чтобы они туда заново не спустились. Ну все, теперь ждем поезд до дому. Ура, все спасены. Големы живы, жители тоже живы. Я так счастлива, наконец-то. Обнимемся.